Здравствуйте, дамы и господа! В очередном выпуске Бухич Ревью представляю вам на обзор Go Test Your Taste. А если просто кратко, то Test-a-Taste. Ёб твою мать, пиздец. Сейчас покажу вам картиночку. Ну, тут можно увидеть калейдоскоп разнообразных каких-то зигзагов, блять. От Red Rocket Brewery. Это у нас Sour Ale, Passion Fruit, Pineapple, Lime and Ginger. Ну, короче, всякие тропические фрукты, там ананасы, я так понял. Passion Fruit и, наверное, маракуйя, я точно не помню. Lime и имбирь. Всего 5 градусов у нас здесь. Довольно, кстати, ну, приятно выглядит. Так, я бы сказал, немножко по-хипстерски. Ну и это, между прочим, не смузи. Хотя, при этом, если взглянуть внутрь, вам вряд ли будет что-то видно, наверное, не знаю. Там видно, что плавают именно кусочки фруктов разные. Довольно прикольно. Давайте теперь попробуем на вкус. Ну, пахнет приятно, кисленько, фруктово. Вау. Вау, 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 ёб твою мать. Во-первых, за счет того, что это Sour Ale, он довольно кислый, с добавлением лайма, пиздец. Слюноотделение сразу же просто работает на 100%. При этом, возможно, что вот эта вот грань, знаете, они ее не перешли. То есть это не настолько кисло, что вот прямо вот так вот, как у меня было с некоторых пивасов. Здесь все-таки выдержан некий баланс для кислого эля. Наверное, это даже нормальная кислота. И также во вкусе реально очень сочно, очень сильно выделяются все фрукты. Ебать! Просто пиздец. Мне очень нравится. Никакого намека на спиртозность. 5 градусов, напоминаю. Намека на пиво, на, ну знаете, пивной вкус тоже я особо не чувствую. Хотя здесь как бы есть и солод, и хмель. Ну и дрожжи, соответственно. И экстрактность начального сусла 15%. Не так уж и мало. Но при этом пьется, как будто это какой-то крафтовый, такой фруктовый лимонадик с добавлением фруктиков. То, что это что-то алкогольное, я даже не знаю. Ну, так даже, наверное, и не скажешь. Если кому-то дать просто сказать, что это просто лимонад, никто даже не поймет, пока полностью не выжрет это и в башку не дадут. Ну и финальный тейк. Приятно. Просто интересно, приятно, кисленько и очень экзотично. Let's go. Наверное, и все, что можно сказать об этом пиве. Никакого послевкусия уникального здесь нет. Просто кислинка, она легонько проходит. Вкус фруктов, все. И ебашишь дальше. Ну реально, я вот перед вами 3 раза ебнул. Я думаю, что я еще бы ебнул, но нахуй это делать, вам смотреть на это не надо. Поэтому поставлю... Блять, оно дорогое, не помнишь? 350 где-то около того. Ну, как и большинство крафтов в топ-крафте, да. В районе, да, 350, там, 300. Ну, в таком случае это не 500 и не 600, так что для крафт-пивасика нормальная цена. Попробовать всем любителям мультифруктовых соков однозначно стоит, это прикольно, освежающе, ну и очень ярко, я бы сказал. Для лета прям замечательно, то, что мы зимой пьем, это похуй. Все, я оценку не поставил, да? Блять, да тоже 8. Мне нравится. Не придраться ни к чему. Я не то чтобы любитель, конечно, таких напитков, но в целом ничего отталкивающего лично для меня нет. Кислотность я, в принципе, такую могу спокойно потянуть. Не хочется там закусить там такое. Поэтому вот такие дела. До свидания!